Дорогие друзья, это видео о том, как отредактировать плейлист номер один для новичков в VSCore. Потому что у нас страница редактирования и создания плейлистов есть, она вот здесь. Но первого плейлиста у новичков здесь нет, поэтому вы поступаете по-другому. Вы заходите и кликаете на вот эту свою визитку. Вот нажимаете вот так. Далее в своей визитке вы кликаете на фотографию, которая у вас стоит вот здесь в центре. Нажимаете. Вы видите, что перед вами открывается первый плейлист. Вот видите, в конце единичка. У всех здесь в конце единичка. Чтобы отредактировать этот плейлист, чтобы у вас стояла здесь ваша фотография, ваше имя, фамилия, то видео, которое вы хотите, вы опускаетесь вниз и смотрите под этим боковым баннером, под постером. Вот есть голубая кнопка «Редактировать плейлист». Нажимаете на нее. Открывается форма для редактирования плейлиста. Здесь вы пишете наверху на русском любое приветствие, то, которое вы желаете. То есть дальше вы делаете все, как мы обычно редактируем плейлист. Для этого есть видео специально. Здесь подбирается уникальная ссылка, ваша, чтобы обязательно вот стоял такой зеленый огонек. Ссылка формируется и пишется строго на английскими буквами, английским алфавитом. Это может быть слово, набор цифр или букв. Главное, чтобы система приняла ссылку. Далее вы берете и копируете, и вставляете сюда то видео, которое вы желаете поставить сюда, да? Пишите наименование видео. Здесь можно написать текст тот, который вы желаете. А главное, вот здесь, вот нажимаете здесь и ставите свою фотографию. И далее нажимаете «Сохранить». Все, и у вас первый плейлист будет отредактирован. Никогда не удаляйте первый плейлист. Первый плейлист можно только редактировать. Вот какой бы тут баннер ни был, внизу вот эта кнопка, да, для редактирования плейлиста. Вот если мы вернемся в кабинет, то посмотрите, те, вот кто не отредактировал первый плейлист, видите, стоит вот такая аватарка. Аватарка мужчины. А вот те, кто отредактировал свой первый плейлист, у них стоят вот их фотографии. Видите? Это очень важно, отредактировать свой первый плейлист. Ну и, конечно, затем продолжайте работать. Если видите такие ладошки, то просто кликайте и набираете баллы. Кликайте на все, на что можно кликнуть. Успехов вам!